нас в одно время, 10-15 дней назад, каждый второй болел этой патологией. Каждый день у меня по 5-6 звонков было, которых я консультировала через онлайн. Но сейчас я вот смотрю, у нас пошел спад этих заболеваний. На сегодняшний день наши консультации проходят онлайн. Почему? Потому что этот коронавирус, мы стараемся вот эти консультации, все проводится по телефону, сообщаем им, что делать, как делать, что принимать. Если нужно будет, обязательно вызвать скорую и обязательно госпитализировать пациента. Арев зарит, инчкенек. Инчера верехан. Верехан. Тарас, бадану катару верехин. Трехмесячный ребенок, который, значит, у него болел животик, ушки болели, но температуры не было. Я отправила на консультацию к педиатру в район. Там доктор его посмотрел, назначение сделал, ребенок поправился. И мой долг, мое дело спросить этого ребеночка, как он, каково у него состояние. И на этом фоне я сейчас узнала, что с ребенком все хорошо. У нас эти лекарства для первой помощи все есть. Я вот сейчас должна пойти на прием. Бучману меня вызвали на вызов. Я еду в Бучману, с собой забираю вот эти препараты. Значит, у нас здесь отдельные есть системы, есть отдельные эти самые... Лекарства первой необходимости там.